Жить в раю, здесь и сейчас. В современном мире человек получает такое огромное количество информации, есть полезная и есть пустая. Как ни печально признать, пустой информации намного больше. Человеку в эпоху информационного хаоса сложно успокоить свой ум, привести в покой и гармонию свои мысли. Я хочу найти слова, которые выведут из этого хаоса тех, кто готов изменить себя и свою жизнь. Предлагаю всем желающим вернуться в рай, стать перед выбором первого человека, стать перед двумя деревьями рая. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. После того, как первый человек выбрал плод с дерева познания добра и зла, он пустил зло в себя и пустил зло в этот мир. И после этого все люди познают зло и добро, проживая жизнь. Это вам знакомо. А что же дерево жизни? Какой плод нам приготовил Всевышний на этом дереве? Это плод безмерной любви и единения с Всевышним. Это полное доверие всему, что исходит от Всевышнего. Это чувство единого целого. Нет отделения своего эго от единства мироздания. Это все знания, сила и божественные качества души были открыты в человеке. Не было бы зла в мире и в человеке. Просто нужно вернуться в рай, выбрать плод с дерева жизни, открыть свое сердце Творцу, доверить Ему всего себя, всю жизнь и слиться воедино со всеми высшими мирами и самим Творцом.